Точно в цель. Серпуховичи приняли участие в соревнованиях по стрельбе, которые прошли в рамках спартакиады трудящихся. В тире одной из городских школ в точности состязались представители предприятий, муниципальных учреждений и администрации муниципалитета. Ожидается, что в течение 3 дней в спортивном мероприятии примут участие более 150 человек. Результат командного зачета пойдет не только в рейтинг спартакиады, но и будут учтены центром тестирования ГТО. Впереди у участников также турниры по бильярду, мини-футболу, волейболу и гиревому спорту. Thank you.